Goddamn camping noobs. Боже! Поехали! Убить Марио! Чё, я прыжок не настроил? Забыл. Сдохни, скотина, Марио! Чтоб тебя! Есть хочешь? А когда ты не хочешь? Есть это полезно иногда. Смотря что, конечно. И смотря сколько. А еще когда? Ну, короче, с кем там и так далее. Когда ты ешь, ты не хочешь есть? Так ты бы не ел, если бы не хотел есть. Отложил бы еду в сторону. А ты продолжаешь хотеть есть, и поэтому доедаешь то, что ты ешь. Марио Бразерс! Марио Бразерс! А, Марио Бразерс! Не-не-не-не-не! А, на, лови! Не, поймал, не поймал, поймал, не поймал, все, вот не поймал. Ну что это было? Неважно, никто не видел. Я-то писал долбанную магистерскую, ну в смысле только сам алгоритм, еще оформлять там дохренище, но я имею в виду сам код я дописал. Поэтому можно упороться в Боше. Лягушки крутые, кстати. Меня вообще порадовало. Ой, как же горело-то у вас хвостом. Не, чтобы этот уровень прошел, короче, без криков, причем вообще игру без криков, хотя бы до третьего уровня, включая третий, естественно. Это же проще, чем больше, чем проще, чем больше. Говорил легкие, а ты чё веришь, что ты чё, как будто не знаешь, что этот уровень. Или ты типа надеялся, что в ремейке сделали облегченную версию? Да куда ты убиваешь меня? Вышло еще две долбанные неинтересные игры, я очень рад. К тому же не вышло, а выложили пираты. А вышли они неизвестно когда. I'm moving
Котя, чей ты три? Кстати, Тор, у меня еще меньше 1000 смертей на Марио. Но уже очень близко. Вот уже можно прям вот 1000. Там точно не помню, какая цифра. Марио, брадер! Буквально там 10 или 15 осталось, что ли, там меньше даже. Ах ты ж! Ты куда ты летишь? Блин, что так мало потратил? Вот гад, а? Какого хрена он так мало умирает? Да... Марио Бразерс. Что за... Ну сейчас нормально вынес, в принципе, вообще. Достаточно. Только бы... Блин, молотки эти тупые пройти. Вообще, если честно, я еще после вчерашнего не отошел. К тому же еще те лягушки с утра смотреть, это тоже, блин. Не, ну спал я сегодня вообще ништяк до 12. Ну, куда ты кидаешь это? Себе кинь куда-нибудь. Сегодня уже 2 апреля. Это пипец. 2 апреля? Я еще Марио не убил. Блин, хотел без прыжка попробовать его. Here I come. Catch
Gotcha! Dun-da-da-dun! Dun-da-da-dun! Gotcha! Gotcha! No problem! С едой вернулся! Как это неожиданно! Не гореть, а чего тут гореть-то? Подумаешь, один какой-то придурок Марио, не знаю, какое еще слово приличное подобрать, крутится тут что-то, выпендривается. Я тут понимаю, что я его убивать должен. Лови! Да лол, что ты не ловишь-то? Ну получи, по две, давай, по две. По две, по две. Mario Brothers. Mario Brothers! Да куда? Чё за лол? Я уже растерялся просто. Я думал, я уже сдох, а случайно не сдох. И потом я уже потерял управление. Короче, походу вот 1000 уже есть смертей. Микрировал, микрировал, да не вымикрировал, да. Блин, чат дочитался. Just Observer, привет. Не, какая только кнопка. Почему? Я просто стреляю обычно. Ну, жму кнопку много раз. Я на клавиатуре играю, если что. На геймпаде там, да, там не получается так часто нажимать, а я на клавиатуре просто играю. Нет, ты чё, если бы турбо было бы, ты бы сразу понял, что это турбо. Там же летят, как из пулемета пули. Mario Brothers. Here I come. Ну, here I come. Блин! Ты же задолбал тут Марио уже. Gotcha. Gotcha.
Here I come. Lucky. Dun-da-da-dun. Lucky. Gotcha. Not no problem. Не написал слабонервным не входить. Да, я потому что я сам слабонервный, на самом деле. Знаешь, как я волнуюсь сейчас, и поэтому плохо играю. А волнуюсь, не знаю почему, потому что я вчерашним еще не отошел. Я не знаю, ну реально не отошел еще просто. Старая добрая смерть на самом легком месте. Я сижу, как бы плохо контролирую управление, потому что, ну, что-то не знаю, еще упоротость не прошла. Да куда ты лезешь, ну, господи. А насчет смерти на самом легком месте, Just Observer, ты не видел просто, что было вчера. Я 3 раза умер, когда оставалась одна пулька на самой последней форме его, на третьей. Одна долбанная пулька оставалась. 3 раза, ну не подряд, а всего. Это уж не говоря о том, что я его убил один раз полностью, все, босс был пройден. Но появилась справа труба, да, типа я прошел. Я такой уже все, у меня эйфория, я все не понимаю, что происходит, жму вправо, он заходит в трубу и начинается следующий уровень, я кнопку не отпускаю, он падает на шипы, сейва нет, все. Все сначала, босс сначала. И вот такое вот было вчера. Привет, ты Радика. Да, вот у меня было даже не такое, там просто не представляешь, что у меня было. И после того момента я не могу пройти, потому что, ну не знаю, ну пипец просто. 2 раза так не везет. Это нравится настолько больше, что не могу идти. Да уж, нравится прям любимчик. Какой клевенький-то, а? Это ж Марио, добрый Марио. Спаситель принцесс. Убийца Боша. Марио Брадер. Here I come. Я не дойду до Соника, скорее всего. Lucky, lucky, no problem. Так, второй цикл, поехали. Еще у меня горит от того, что я паузу не могу нажать. Иногда очень нужно, глаз чешется, еще что-то. Все, давай свой, come on, let's go. Что это было? Ох, жесть. Чуть не сфейлился. Time to go to the Mario, давай. Никакой смерти на последней пульке. Вот от этого смерть, да. Но только не на последней пульке. Да там он дракон постоянно зависает. Сейчас. Here I come!
Чё, сестра спирт? А, я понял смысл. А вообще, так мне Соник больше нравится, чем Марио. Я все части 100 раз проходил на Сеге. Тебе Соник нравится, то ему нет. Mario Brothers. А вот опять нижние молотки полетели. Что это за подстава такая? Да куда ж так низко-то, ну? Что Марио, блин, такой Марио, жесть. Я так на Hello Kitty не горел. Хотя на Hello Kitty я тоже 1000 смертей потратил. Ну, в смысле, что значит тоже? Я же этого еще не прошел, придурка. А на Рю я меньше, значительно потратил. Да ну, Рю я быстро прошел. Относительно. Однако погореть на Рю я тоже успел. No 28 000 смертей. Рю изи? Да ты чё, офигел? Тут нет изи боссов. Это тебе только все изи. Мне все сложно. Но по сравнению с Марио, конечно, да, проще. Mario Brothers. Блин, ну я запутался. Не мог влево никак уйти, потому что там некуда было. Подожди, Just Top Server, ты прошел больше, получается? Блин, охренеть, терпения хватило. Двадцать восемь тысяч смертей.
хоть окей, ты крик. 8 закончит? Ты хочешь, чтобы я еще 3 часа проходил, Марио? Нет, спасибо. Марио Брадер! Ох ты ж, блин. Раза 3 дропнул? В смысле дропнул? В смысле, раза 3 умер за все прохождение? Или что, я не понял? А, нет, 28 тысяч раз, говоришь. А что ты говоришь? А, 5 месяцев ушло. Я вот на Hello Kitty... на Hello Kitty я забил. Подумал, что ну все, это не мое, нафиг надо, там такая жесть. No problem. То есть ты что-то мэна убил, да? Говорят, там дальше будут моменты в самих уровнях, которые доставляют не меньше боссов, да? Марио Брадер! Да блин, ну зажали, ну как там можно было вымикрить-то, ну? Да, возможно, я скоро выключу, потому что что-то я вижу, что не настроен. No problem, блин. Для него no problem меня убить, это да. Только один раз для него проблема это оказалась, но потом я сам себя убил. Brother. Опять нижние молотки полетели. Да что за хрень? Here I come. О, блин, жесть. Сдох. Ну сдох же, у тебя поза как тогда, когда ты вздыхаешь. Фиг ли ты еще катаешься тут? Да куда ты цветок выскочил-то, ну? Тебе тут не рады. Третья форма! Ох.
Нет! Блин. Жесть, я волнуюсь очень сильно. Пипец, у меня просто руки трясутся. Блин, а? Here I come. Lucky, lucky. Da-da-da-da. Я не играл в старой версии. Кое-кто, походу, больше на халяву, да, прошел? Не было лишних фаз. Надо было мне брать версию 1.0 и не париться. И проходить на ЕЗ моде. И нервы были бы в порядке. Mario Brothers! Блин. Я уже открыл в себе много нового, пока проходил больше. То, что бывают приступы ярости, оказывается, у меня. Раньше такого не происходило. Mario Brothers. Here I come. О, блин. Жесть. Секунду. Так. Ладно. Here I come. Не, ну на втором цикле уже на самом деле не настолько обидно погибать. Обиднее именно уже на второй или третьей форме, вот особенно на третьей, это вообще жесть. Блин. Here I come. Dun da da da. Gotcha. Gotcha. Dun da da da. Dun da da da. Here I come. Gotcha. Да что это? Here I come.
Ну да, многие так и не увидели тех уровней. Я, например, тоже. Вот я впервые сейчас увидел, как выглядит четвертый уровень. Ну, когда ты проходил сегодня. Что это было? Here I come. Gotcha, 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 gotcha. Not no problem. В целом у него и тратить нормально стал за первый цикл. Даже что-то не могу сосредоточиться. Here I come. Gotcha. Dun-da-da-dun. Dun-da-da-dun. Lucky. Lucky. No problem. Что такое-то, ну? Here I come. Dun da da da. Lucky. 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 Dun da da. No problem. Мало потратил. What a tasty treat.
Mario Brothers. Here I come. Давай. Lucky, gotcha. Dun-dun-dun, gotcha. Так, вторая форма. Do the Mario swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. Что это? And then again, let's do the Mario all together now. Come on now, just like that. Давай, третья форма. Погнался за уроном. Погнался за уроном. Here I come. Here I come. Lucky, 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 lucky. Here I come. Lucky, dun 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 dun. Lucky, lucky, dun 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 dun. No problem. Ничего, сейчас. Лишь буду ходить до туда. Пройду. Но я что-то постоянно вон фейлюсь в каких-то вообще легких моментах. Да ладно, ты же всего лишь надо смотреть, от тебя ничего не зависит. Вон Торте там привет передает. Here I come. Ну таран Марио. No problem. Here I come. Dun 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 dun. Here I come. Gotcha. Here I come. Блин, глаз чё ж это чё делать? Mario Brothers. Ой, что это? Ладно, зато глазку чесал. Ну я не играл, поэтому не знаю, чем ты говоришь.
No problem. Новая броша? Не, мне пока это хватает. Марио Брадер! О, ну зачем он пони за такие, ну? Here I come! Lucky! Dun-da-da-dun! Dun-da-da-dun! Lucky! Ты спам не очень. Here I come! Lucky! Gotcha! Gotcha! Lucky! That's no problem! Монетки в последнее время постоянно покипаю. Уже пытаюсь, видимо, микрить то, что микрить не нужно. Брадер! О, зачем так понизу меня? What a tasty treat!
Mario Brothers. А, ну давай, прыжок не буду уничтожать. Тор, тебе всего лишь же просто смотреть на видео и все. Чё ты волнуешься? Или там упарываешься? Вроде же норм. Подумаешь, зациклен на видео, просто пустил на стрим. Так зацикленное видео никогда не пройдет, оно же зацикленное. Просто доходит до момента, где третья фаза, третья форма. И все, потом начинается сначала где-то попыток 50 обычных. Больше половины, да ладно. Mario Brothers. Here I come. Да молоток убери свой. Вторая форма. Come on, let's go. Time to go to the Mario, давай. Не сфейлить, блин, опять волнуюсь, жесть вообще просто. Нет! О! Умри. А, ну да, что-то я уже все. Все, вот торможу, жесть. Блин, Марио, сдохнуть, это же так просто. Ну есть же! Так, сохранится. Фу, сохранится. Е! 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 Е!
Фу, жесть. Можешь поздравить. Поздравляю. Ладно. Все, наверное, хватит сегодня больше играть. Не, хотя не знаю. Не, да ну, еще дальше играть. Стоп. Ну, музыку давайте послушаем с уровня. Тор слабовато, потому что ты же сказал не радоваться, пока не это. Ох. Жесть, да ну, я не могу, какой играть, у меня руки трясутся.